благословением земли рождались строки и ноты, что исполнены любви, и возвращаться я к своим истокам, чтоб всем духом укрепить своим. За все, что не успел, прошу прощения, я к вам на суд несу плоды свои, и сущие земному посещаю, вам посвящаю, зрители мои. Посвящение. Именно так назвал сегодняшний концерт удивительный исполнитель, композитор, поэт, музыкант, гитарист, виртуоз Алексей Скрипник. Сегодня на ваш суд он выносит плоды своего многолетних трудов. Труда, исполненного фантазии, открытий, сомнений, смятений, результатом которого стали удивительные утонченные песни, изысканные романсы, инструментальные произведения, песни, которые согревают душу и открывают нечто великое, светлое и возвышенное, согревают подобно свече. Итак, стихи и музыка Алексея Скрипника. Романс «Свеча». Встречаем лауреат международных конкурсов Алексей Скрипник. Благословение земли исполняет Алексей Скрипник и
дипломант международного конкурса камерных ансамблей Евгений Бенашвили. Много слов своей жизни сказал, как старинная луна.
Thank you.
Недаром говорят, талантливый человек талантлив во всем. Надо сказать, что Алексей действительно очень многогранная личность. Он и стихи пишет, и музыку сочиняет, и обладает организационными своими способностями. Недаром еще совсем молодым человеком он организовал такую группу, которая была очень популярна, группа «Антарец». А еще Алексей рисует. И уроки живописи он брал у нашего выдающегося художника Леонида Дмитриевича Чемилова. И подавал очень хорошие надежды. Но эта гитара, ее притягательная сила энергетическая, навсегда завладела сердцем Алексея. Хотя уроки мастера не прошли даром. И благодаря живописи Алексей немножко по-иному стал видеть мир и по-иному писать стихи. «Нарисуйте портрет» — этот романс, посвященный выдающемуся художнику современности, участнику Великой Отечественной войны Леониду Чемилеву. Наставницкая газета. Писатель, прекрасный человек, мудрый
и очень скромный. Я помню твои руки, глаза, рассказы о войне, твои ордена и медали. По тебе я равнялся и рос. Напишет повзрослевший Алексей Скрипник. Посвящение Алексею Крушинскому, дедушке, идеалу и герою. Романс «Моя любовь земного расстояния». Он защищал своим сердцем нашу землю, как защищали те, кто погиб в Великой Отечественной войне. Он передал мне основы любви к литературе, к творческому пониманию языка, белорусской мовы. Сейчас уже его нет, но со мной осталась память о тех людях, которые прошли тяжелые годы войны. Поддержите меня, пожалуйста. Душа моя летает в облака. Я так
печальная разлука, единство мысли женского тепла, душой любовь, невинная мука, очень рада ты ко мне пришла. Я дал. Итак, романс «Березка». Он прозвучит в исполнении автора и заслуженной артистки Республики Беларусь Надежды Николич. Ангелочки, как нарочно, стреляют.
Thank you.
вашему вниманию премьера, инструментальная композиция Алексея Скрипкина «Душа». Thank you.
творческой деятельности Алексею написано порядка 100 произведений. Как вы убедились, это композитор, поэт, музыкант и исполнитель. Ко всему он лауреат международных конкурсов, дипломант фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат премии Белорусского профсоюза работников культуры в сфере культуры и искусства в номинации «Эстрадное искусство», член Белорусского союза музыкальных деятелей. Он известен как в Беларуси, так и за рубежом, как автор романсов и песен, инструментальной музыки, как мастер игры на классической гитаре и в стиле фламенко. Я немножко расскажу вам, чтобы настроиться на вторую часть нашего концерта, который несколько отличается от первой. Лауреат множественных конкурсов и фестивалей с успехом представлял свое творчество в Польше, Англии, Германии, Бельгии. 16 лет назад белорусский творческий коллектив, в составе которого как участник и конкурсант выезжал Алексей Скрипник, тогда стал лауреатом второй премии среди 48 стран мира, участвующих на Всемирном фестивале в Великобритании. Там же состоялась первая презентация его авторского альбома. Вообще Алексей – автор множества ярких творческих проектов. Его первый авторский концерт «Поговорим» состоялся в 2001 году в молодежном театре эстрады в связи с представлением камерной группы «Андарикс». Через 7 лет в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоялся второй авторский концерт Алексея, где зрителю был представлен уникальный проект «Благословение Земли». Он был посвящен 10-летию творческой деятельности. Проект «Благословение Земли» имел большой общественный резонанс, и на страницах многих наших газет можно было прочитать самые прелестные слова об этом творчестве. Третий творческий проект «Посвящение» был завершен композитором в 2010 году. И с большим успехом он имел презентацию в Республиканском дворце профсоюзов в Минске. А далее... Так много проектов, что мне приходится посмотреть. Новый четвертый авторский проект назывался «Огонь сердца». Он успешно прошел концертный зал столицы, а дальше имел прекрасные представления не только по Беларуси, но и в Петербурге. В конце 2009 года Министерство культуры Республики Беларусь присуждает Алексею Скрипнику государственную стипендию деятелей культуры и искусства на 2010 год для осуществления нового творческого проекта «Испанская фантазия». В апреле 2010-го Скрипник принял участие в республиканском конкурсе молодых талантов «Зорко узошла над Беларусью» в номинации авторской песни и по решению жюри был награжден дипломом этого конкурса. Неоднократно Алексей представлял свое творчество на фестивале «Искусств Славянский базар» в Витебске. В 2010 году Алексею присуждена премия и присвоено звание дипломанта с вручением свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 3 года назад Алексей отметил очередной этап своей деятельности успешным авторским концертом «Посвящение», который также прошел по всей нашей замечательной Беларуси. В октябре 2012 года Алексею Скрипнику присвоено звание лауреат премии Белорусского профсоюза работников культуры. Итак, Алексей, как мы видим на экране, трудолюбив. Он не останавливается на достигнутом, и за 2 десятилетия у него есть очень хорошие, очень весомые планы. Надо сказать, что Алексей блестяще работает с гитарой классической, но еще он один из немногих в нашей стране, который владеет искусством музыкального фламенко. Это очень сложный жанр. Он требует отличной подготовки и, конечно же, неустанной работы над собой. Итак, продолжаем авторский концерт композитора-исполнителя, гитариста-виртуоза Алексея Скрипника. Сейчас для вас прозвучит
Его авторская композиция «Ветка сакуры». Thank you.
Есть на нашей благословенной белорусской земле уголок особый, где реки более глубокие, где озера более синие, где любится, мечтается, когда непременно хочется вернуться. Это для Алексея Брославщина. Именно этот любимый заповедный край вдохновил его на написание ряда произведений. И не только о Брославщине, но и о Беларуси, о родной своей земле. «Гора любви» — так назвал композицию автор. Исполнили Алексей Скрипник и Ирина Скрипник. Народному артисту Советского Союза Владимиру Малявину.
жена Владимира Юрьевича Мулявина. Теперь она вместе с ним. Я помню то мгновение, когда я познакомился с этой прекрасной семьей. Да, он меня благословил, сказав те нетленные слова, которые живут в моем сердце. Тебя Господь поцеловал. Я дарю это творчество для вас, как дарил многие-многие лета Владимир Юрьевич Мулявин. Сегодня в зале нет Светланы, жены Владимира Юрьевича Мулявина. Она должна была быть здесь, на этом вечере, на моем концерте. Я думаю, она слышит. Я сейчас буду играть посвящение Владимиру Юрьевичу Мулявину. И, конечно, посвящаю эту музыку и ей тоже.
Неустанный поиск умноженный на талант непременно даст свои богатые плоды. Нужно все время искать, все время открывать и писать. Тогда и будет результат. И вот сейчас еще один творческий результат выносится на ваше строгое мнение. Ваше внимание предлагается инструментальная композиция «Белорусочка». Thank you.
А мы продолжаем дальнейшее путешествие по странам мира. И сейчас вашему вниманию еще одна авторская инструментальная композиция Алексея Скрипника, которая называется «Арабская». Немножко зажжем с вами. Меня много раз приглашали в Бахрейн, но я люблю нашу страну, наших людей, потому что наши люди самые лучшие на свете. Сейчас мы окунемся в мир Саудовской Аравии. Пожалуйста. Исполняет
Алексей Скрипник и лауреаты международных конкурсов, серебряные призеры чемпионата Восточной Европы по спортивным бальным танцам Виктория Иванкова и Артур Зорин.
дождь, связующая нить, дождь от неба до земли, дождь, ты путь на небеса, дождь, вселенные голоса. Однажды теплым июльским вечером Алексей увидел звездный дождь. Это было, конечно же, на Брославщине. Он был такой восхитительный, необыкновенный, загадочный, что родилась композиция с одноименным названием. Вашему вниманию она и предлагается. Алексей Скрипник, «Звездный дождь». Thank you.
Спасибо большое. Хочу всех поздравить с юбилеем. Это все-таки значимый праздник. Юбилей 20 лет. Дай Бог тебе долголетие именно в творчестве, в наше трудное время, вот чтобы не боялся никаких трудностей, чтобы тебе ничего не мешало. Аншлагов, много концертов, всего самого хорошего и здоровья.
которая не покидает никого равнодушным, в каких бы залах, на каких бы концертных площадках он не выступал. Это самба адажио. И сейчас эта композиция предлагается вашему вниманию.
вечера Лариса Гринько. Спасибо еще раз. До новых встреч. Спасибо.